привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить бублавину. Это очень популярный чешский пирог к чаю. Начнем с яиц. Разделим белки и желтки. К желткам добавляем подсластитель по вкусу. Я буду использовать мед и разотру в пышную пену. К желткам добавим стакан молока, слегка перемешаю. И стакан муки, конечно же, просею и также перемешаю. Отдельно взобью белки и аккуратно вмешаю их в тесто. Теперь получившееся тесто выливаем в форму. Сверху украшают как ягодами, так и фруктами. Как правило, берут вишню. Можно заменить яблоками. Я возьму черную смородину. У меня замороженная. Просто разложу ее сверху. Осталось только отправить разогретую на 180 градусов духовку на 20-25 минут до румяной корочки. Пирог получается совершенно потрясающий. Он очень воздушный, как будто обволакивает каждую ягодку. Очень нежный, достаточно сладкий. А ягоды продают небольшую кислинку. Просто безумно вкусно. А готовится без особых хлопот.